чуть более полувека назад, в 1967 и 68 году, появились две вот этих вот девятиэтажных постройки – общежитие «Шестерка» и «Пятерка». Появились они на самой окраине города, но мгновенно оживили все вокруг. И те, кто приезжал в Томск на электричке, вот оттуда, с южной стороны, врываясь в город со стороны мрачной тайги, которая находилась сразу же за пределами городских окраин, видели сияющие, постоянно светящиеся окошки студенческих общежитий девятиэтажных, которые встречали здесь сразу на въезде в город, те, кто приезжал к нам на электричках. Сегодня деревья подросли, историй накопилось много, и я предлагаю послушать те истории, которые расскажут нам наши выпускники. Ну, это, как говорится, парк «Ромашка». Это все студенты должны знать, которые любят песни под гитару. Здесь связывает очень много приятных воспоминаний, которые мы здесь проводили время. Это четвертое общежитие «Тусур». Именно сюда я приехала из своего города, Колпашево, Томской области. Именно здесь началось мое знакомство с «Тусуром» в принципе. Я помню, как мы заселялись. Я приехала одна из первых. Никого нет. А у нас общежитие секционного типа. И то есть нигде никого нет. И ты ходишь просто целыми днями вокруг. Периодически появляются какие-то люди. Кто-то уходит, кто-то приходит. Ничего не понятно. В итоге получилось так, что после того, как наша секция более-менее заселилась, приходит моя соседка и говорит: а пойдем по комнатам знакомиться. И я такая: я не хочу. Но если они придут сюда, я буду не против. Именно с этого начались все наши посиделки в 625-й комнате. Сейчас я нахожусь возле 5-го общежития. Это мое первое общежитие, куда я приехала. Самое, наверное, запоминающееся, что было в этом общежитии, это первый этаж. Тут стоят диванчики, тут стоят столы, видимо, для того, чтобы все студенты собирались, общались между собой, помогали по учебе. И всегда, как традиция, особенно во время сессии, мы приходили с одногруппниками, мы помогали друг другу понимать что-то, помогали решать, просто общались, беседовали. Моя соседка привезла электрогитару с веселком. Ну а где же играть? Что, в комнате играть, что ли? Нет, конечно, мы пошли на кухню. Играем, поем. Все хорошо, все замечательно. И видим, что начали по бокам собираться люди. Мы сначала не поняли, что происходит. Мы думали, что уже пришли на нас кричать, но время было не поздно. Так что мы ничего не нарушали. И оказалось, что они пришли просто послушать. Самое, что удивительно, они пришли на 2 этажа ниже, на 3 этажа ниже. И мы просто такие: а-а-а! Именно здесь базируется наш театр пластики «Магия рук». Как бы это странно ни звучало. Здесь у нас все. У нас здесь и реквизит, у нас здесь репетиции, у нас здесь какие-то совместные корпоративные мероприятия, у нас здесь поздравления, у нас здесь слезы, у нас здесь радость, у нас здесь вдохновение. В общем-то, все. И если когда-нибудь у меня спросят, где «Магия рук», я сначала скажу, что в сердечке, а потом скажу, что вот здесь, в Центре оздоровительной физкультуры первого общежития. Всем студентам «Тусура». Получается, угол 6-го общежития знаком благодаря празднику 7 мая. Это день радио. В «Тусуре» это является основным, главным праздником, который отмечают все факультеты. Начинается он, как ни странно, с 6 мая. А если быть точнее, с вечера с 6 на 7. Здесь собираются просто студенты со всех общежитий, все, кто в городе живут. Здесь просто сотни и сотни людей. Это тусуровская спортивная площадка, которая находится между 4-м и 6-м общежитием. Меня она связывает с тем, что очень хорошие воспоминания. Будучи только приехав на первый курс, я узнал о таком замечательном месте. Мы здесь собирались ежедневно, занимались футболом, играли в футбол, устраивали соревнования. Также здесь зимой заливается каток и проходят мероприятия, как тусуровские валенки, жаркий лед. Наш факультет радиоконструкторский занял первое место по фигурному катанию. И очень прекрасные воспоминания с данным местом. Я думаю, самое веселое мероприятие, в котором мы поучаствовали группой, были веселые старты от недели РТФ. Это были соревнования эстафеты. Был снег, мы соревновались кафедрами. Нам было очень весело. Мы в каких-то причудливых формах, при поддержке товарища на руках, в огромных валенках бежали по куче снега, таскали компьютеры, разбивали компьютеры. Для нас этот вечер был прекрасен.
А самое лучшее, я помню, это вот этот вот знак, как я в этот бордюр летел на всей скорости. Сегодня основные студенческие корпуса общежития располагаются на двух улицах – Федора Лыткина и 19-й гвардейской дивизии. Оба этих названия связаны с военно-героической советской историей. В первом случае Федор Лыткин – это известный советский деятель. Ну а 19-я стрелковая гвардейская дивизия – это известная наша дивизия, которую мы отправляли в годы Великой Отечественной войны на фронт и которая прославила наш город. А что касается всего того, что мы видим с вами вокруг, то даже за тот период, пока вы проходили обучение, общежития ремонтируются, какие-то открывались, и потихоньку студгородок меняется прямо на наших глазах. И будем надеяться, что, вернувшись в Томск на вечер встреч выпускников, либо оказавшись на площади Южной, на Юшке, здесь через год, через два, через 10, через 20 вы узнаете те места, по которым гуляли.